Возможно говорить как Россибитова или маленькая девочка и при этом быть услышанной, собирать вокруг себя толпы. Таким мягким голосом можно говорить дома, с мужчиной, но на работе я посмотрю на вас, как вы будете рассказывать, что у вас 15 лет опыта работы и именно ваш проект нужно утвердить. Таким тембрам не доверяют, а вот низким голосам другое дело. Поэтому сегодня я вам дам 3 классных упражнения на эту тему. Меня зовут Юлия Германовна, я эксперт по речевому образу и выступлениям. Поехали!